ближе познакомиться с западной культурой, обсудить международные отношения и завести новых знакомых. В традиционной уже 14-й неделе Германии Санкт-Петербургский государственный университет принял особое участие. В Институте высшей школы журналистики и массовых коммуникаций студенты и преподаватели встретились с первым бургомистром Гамбурга Олафом Шольцем. Главной темой дискуссии стали глобальные мировые изменения и отношения между Германией и Россией. Я хотел приехать в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться со студентами, чтобы открыто обсудить с ними современные СМИ, их цифровую эпоху, обсудить открытое свободное общество. Все эти встречи с разными людьми, острые вопросы, поиск ответов на них, думаю, весь этот диалог важен для будущего каждого из нас. Ровно 60 лет назад между Санкт-Петербургом и Гамбургом был подписан побратимский договор. Дальнейшее развитие отношений между городами господин Шольц видит в первую очередь в области культуры. В том, что именно такое сотрудничество может помочь восстановить и сохранить прочные связи между Россией и Германией, уверены и другие участники этой встречи. Лучший способ познать мир – встречаться с людьми, которые живут в других точках земного шара, в другой среде и в иных обстоятельствах. Уверен, что строить дружбу между народами нужно начинать с дружбы между отдельными людьми. Именно этого и можно добиться на таких встречах. Поэтому они очень-очень важны. Гостями встречи стали преподаватели Университета прикладных наук Гамбурга, а также студенты. Кстати, с прошлого года между немецким университетом и СПбГУ стал осуществляться обмен. Обучаться в течение семестра в Университете Гамбурга петербургские студенты могут бесплатно. У нас растет... скажем так, не только число иностранных студентов, но и сама атмосфера меняется. Поэтому обучение вместе с иностранными коллегами, оно, конечно, очень дает развитие большое всего, да, точек зрения, знания о культурах и так далее. Олаф Шольц посещает Санкт-Петербургский государственный университет уже во второй раз и надеется приехать снова. Елизавета Ивантей, Евгений Горяев, телеканал «Мост».